Профилактическая акция «Рыбалка по правилам» проводится в Беларуси до конца июля. Работники Белорусского общества охотников и рыболовов совместно с сотрудниками Государственной инспекции охраны животного и растительного мира организовали усиленный контроль за соблюдением правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий будет уделено соблюдению правил лова рыбы. Рыболовам разрешается использовать орудия одного или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на одного человека. Исключение составляют рыболовы, члены Белорусского общества охотников и рыболовов, которым разрешено использовать до 10 крючков. Рыболовы, нарушившие правила, несут административную уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.